Всем добрый день. Меня зовут Юра. Я 6 лет работал социальным работником. Знаете, вы меня поймете, потому что когда у тебя 15 тысяч зарплата, это одна сплошная драма. Это и была драматическое начало. А сейчас перейдем уже к теме. Обнимите вот руки, если вы любите путешествовать, экстрим, и вы азартный человек. Поднимите. Замечательно. Я нашел прекрасный способ, чтобы все это соединить вместе. Это очень легко. Вам просто надо достать самарийский кратер. Это вас ждет увлекательный морской круиз веселыми и недобрыми ребятами. Еще не ставьте такую картину, вы новыми друзьями. Берете на абордаж какой-нибудь нефтяной танкер. Это же так романтично. У нас же так не хватает романтики в жизни. Вы, конечно, нас скажете, что воровать нельзя. Но мы же грабим богатых, потому что там основное плавание транс международной корпорации. А украсть чуть-чуть у богатого это совсем не грешно. Тем более мы же все смотрели и читали, знаете, знаем легенду о Робин Гуде. Это примерно то же самое. Мы воруем у богатых, но при этом ничего не отдаем бедным. И еще, задать им здорово быть пиратом, вы можете носить серьги на ушах. И никто не будет на вас косо при этом смотреть. А если кто-то посмотрит, то рядом с вами будет ваш надежный и верный товарищ, автомат Калашникова. Поэтому становитесь пиратами. А если не стали, я вам хочу пожелать удачи. Она вам здорово не годится.